Шалом. Наша недельная глава называется «Высота Браха». Это последняя недельная глава в Пятикнижии Торы. В недельной главе рассказывается, как евреи стоят перед выходом в землю Израиля. Моше благословляет все колена перед тем, как они выходят в Израиль. И Моше не заходит в землю Израиля, потому что Бог сказал, что он не зайдет туда. Моше умирает, да, Бог его лично хоронит. Он поднимается на гору Синай, ложится. И Ашем лично спускается, целует его в лоб и как бы забирает его душу с собой наверх, да. То есть это были несколько праведников, которые лично удостоились того, что лично Бог сам спустился и забрал их душу наверх. Обычно люди умирают как? Приходит ангел и забирает их душу наверх. А здесь лично Бог спустился и забрал душу Моше наверх. И есть такой мидраш, что римский царь сказал, что я хочу найти гроб Моше. Я знаю, что он был великий праведник, самым большим пророком в еврейском народе. Я хочу найти его могилу, чтобы там помолиться. И он приказал своим солдатам искать в пустыне. Они идут, видят, там находится гроб. Подходят туда. Ничего нет. Смотрят наверх, оказывается там гроб. Поднимаются наверх на гору, смотрят, там нет. Смотрят вниз, гроб оказывается внизу, да? То есть Бог специально сделал такое, чтобы неевреи не могли найти могилу Моше, чтобы впоследствии с того это не стало идолопоклонством, да? То есть чтобы люди не приходили на его могилу и не молились Моше: «О, Моше, помоги нам» и так далее. Про это наша недельная глава. Шаббат шалом.